Сегодня мы с вами приготовим холодную лапшу с соевым соусом и топпингом из цукини. Все пропорции будут приводиться на 2 порции лапши на 2 человек. Нам будет нужен цукини или кабачок среднего размера, 1 штука. И я нарезаю его сначала кружками, чтобы потом мне было удобно нарезать его полосками. Вы можете любым способом это сделать. Главное, чтобы вы нарезали цукини полосками в 5 миллиметров толщиной, так как потом он значительно уменьшится в размере. После нарезки мы должны будем посолить цукини, где-то 1 чайная ложка соли. Все хорошо перемешиваем, распределяя соль, и даем цукини настояться где-то около 10 минут. За это время подготовим другие ингредиенты, а именно нам будет нужен зеленый перец чили, 2 штуки, я не вынимаю из него семена, и нарезаем его тонкими кольцами. Если хотите, можете использовать и красный перец чили, но вот вообще готовится зеленым. Зеленый лук 3 пера нам будет с вами нужно, и нарезаем зеленый лук тонкими кольцами. Вообще количество зеленого лука зависит от того, насколько вы его любите. Теперь приступаем к тому, что подготовим соус. Берем какую-нибудь пиалу, удобную для перемешивания. Туда закладываем сахар, 1 столовую ложку, можно белый, можно коричневый, в данном случае это не имеет значения. Затем добавляем молотый чеснок, 1/2 столовой ложки, можно чуть больше, чуть меньше, в зависимости от того, как вы любите чеснок. И обычно в Корее используют зерновой или кукурузный сироп, у меня сироп агавы. Добавляем сироп 2 столовые ложки. А вообще, если вот к острому нормально относитесь, то можно и 1 столовую ложку сиропа. Затем мирин, рисовое вино, 4 столовые ложки добавляем туда же. И также соевый соус, 4 столовые ложки. Заливаем и все хорошо перемешиваем. Нам нужно размешать сироп и растворить сахар. В конце добавляем кунжутное масло, 1 столовую ложку заливаем и опять все хорошо перемешиваем. И соус пока что отставляем в сторону, даем ему время настояться и займемся остальными приготовлениями. А именно, через 10 минут мы аккуратно отжимаем из цукини воду. Берите его достаточно большими такими объемами, чтобы он сам давил на себя своим размером, так больше вероятности, что он не сломается. Аккуратно отжимаем, и вы удивитесь, сколько из него вышло жидкости. Пол цукини будет у вас в воде, в тарелке. Теперь мы заливаем на сковороду растительное масло, 2 столовые ложки, туда закладываем молотый чеснок 1/2 столовой ложки и также прежде нарезанный подготовленный зеленый лук и зеленый перец чили. Включаем огонь, средний огонь, и на нем пассируем все это до явного запаха чеснока и лука. Затем добавляем, закладываем цукини. И далее мы уже готовим на средне-сильном огне. Нам не нужно, чтобы цукини еще давал воду. Мы его все время помешиваем и готовим 1 минуту. Затем заливаем соевый соус 1/2 столовой ложки. Лучше заливать по краям сковороды. И теперь нам нужно все хорошо перемешать, чтобы распределить соевый соус. Как только перемешали, выключаем огонь, добавляем кунжутное масло 1 столовую ложку. Еще раз все хорошо перемешиваем. Снимаем цукини с огня, кладем какую-нибудь тарелку, и нам нужно будет все это натуральным образом остудить. Теперь займемся лапшой. Лапша в данном блюде используется самин. 200 грамм это в расчете на 2 порции. Что такое лапша самин? Как видите, 2 порции это вот так вот зажато вот у меня в кулачок. Значит, лапша самин это у нас очень тонкая пшеничная лапша. Если вы не можете купить ее, то можете попробовать приготовить это блюдо, например, со спагетти, или отварить лапшу быстрого приготовления и заменить ей. Я думаю, что тоже получится вкусно, хотя я пока не пробовала. Теперь, как варим лапшу? Доводим до кипения достаточно большое количество воды. И как только вода закипела, ее можно посолить, можно нет. Кто-то делает так, кто-то нет. Закладываем уже туда лапшу. Теперь нам нужно будет довести лапшу до кипения. И секрет приготовления лапши в том, что когда у нас лапша закипит, нам нужно будет залить ее небольшим количеством холодной воды, остудить и затем снова довести до кипения. И вот этот вот самый процесс довести до кипения и остудить нужно проделать трижды.
После того, как мы трижды проделали вот этот вот самый процесс, мы вынимаем лапшу из горячей воды и остужаем ее в холодной воде. После того, как мы ее остудили, нам нужно будет ее еще хорошо промыть в холодной воде. Делаем это так, как мы бы ее, как будто мы ее полоскаем. И затем вынимаем лапшу, кладем ее на дуршлаг, и нужно будет отрясти с лапши излишки жидкости, то есть остатки воды, которые на ней остались, и оставляем ее вот так вот на дуршлаге, чтобы с нее вообще целиком стекла вода. То есть у нас не должно остаться воды на лапше. Затем перекладываем ее в какую-нибудь емкость, удобную для перемешивания, и заливаем туда прежде подготовленный нами соус. Кстати, некоторые этот соус еще один раз доводят до кипения, остужают, прежде чем заливать в лапшу. А некоторые вот так вот его по-свежему заливают в лапшу. Я тоже так делаю. Хорошо перемешиваем соусом лапшу. И добавляем туда измельченные обжаренные кунжутные семена. 1 столовая ложка, можно измельчить в ступке, можно в блендере. Я измельчила их ножом, добавили, все хорошо перемешали. И теперь добавляем туда же в лапшу 1/3 часть уже остывшего к тому времени цукини. И все хорошо перемешиваем. Теперь единственное, что нам остается, это засервировать, собственно говоря, лапшу. Красиво уложить лапшу – это очень большая премудрость, которой я пока не обладаю. Напоминаю, что у нас все на 2 порции, значит, по 2 тарелкам мы раскладываем общий объем имеющейся у нас лапши, и затем сверху уже топпингом выкладываем остатки цукини, которые у нас остались. Уже перед подачей к столу можно еще раз сверху посыпать обжаренными кунжутными семенами. И все, наше нехитрое, очень вкусное блюдо готово. Вообще холодная лапша, как правило, ее едят летом, потому что она достаточно сытная, но не тяжелая и в то же время освежающая. Но иногда вот и весной тоже хочется чего-то такого уже освежающего. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Здесь в конце еще раз будут приведены сейчас способ приготовления и ингредиенты. Приятного вам аппетита!